Всем привет, друзья! С вами Инесс, и я решил вам баг рассказать. Не думаю, что баг долго будет работать, но пока работает. Соответственно, в новой доте, которая Reborn, вы берете Phantom Lancer, вы покупаете 4 Sleepers of Agility, вы качаете Doppelganger. Юзаете Doppelganger и иллюзиями начинаете выкладывать предметы. Выкладываете сколько успеете, выложить столько и хорошо. Ну, я 6 штук успел выложить, ну и фиг с ним. После чего, как бы, у вас они оказываются в стэше, но они не ваши. Не ваши, и вы ничего с ними сделать не можете, продать их нельзя. Однако, если вы начнете вот так вот перекладывать, то они станут ваши, после чего, как бы, вы можете спокойно их продать. После чего вы используете Doppelganger еще раз, выкладываете слиперсы. Ну, нам тут больше 6 уже не надо в таком случае. Хотя можно, но да ладно, не нужно. И у вас снова весь стэш в слиперсах. Но тут, правда, момент, когда вы второй раз перекладываете, они почему-то становятся не ваши. Поэтому вам нужно обратно переложить 2 раза. И в таком случае все становится на свои места. Ну и вы снова их продаете. Таким образом вы богатеете, не выходя с базы. И минутик 7 можно так 6 слотов себе купить. Вот такой вот баг. Только не вздумайте его использовать на самом деле, иначе вы в аду попадете ровно в тот же котел, в котором сидят все your спириты на этой земле. Все, всем пока.